Ее история похожа чем-то на многие другие людей военных лет. Бомбежка, взрывы, земля уходит из-под ног. На долю этой женщины выпало то, о чем мы лишь в фильмах можем увидеть – война. Она не спрашивала никого, просто наступила и все. Но до нее люди жили и строили планы. Родилась Матрена Филипповна в Орловской области, 7 классов закончила в 40-м году. Хотела учиться и дальше. Как-то ранним утром в сентябре во время выгона коров к пастуху их застала печальная новость. Ну и вот, и слышим, по радио объявляют, значит, из района сообщают, что началась война в 41-м году, вот такой-то месяц, вот во столько-то, значит, захватили Киев, сказали, Киев захватили. Знаете, что в селе творили? Собаки лай подняли. Это просто жутко, жутко. Мы все удивлены. Слез, крик, дети орут. С того момента жизнь взяла крутой оборот. Людей отправляли на фронт. Матрёну Филипповну с другими женщинами определили противотанковые рвы копать. За 12 километров отправили пешком. В подмогу дали 2 лошаденки с телегами. Собрали вилы, грабли, лопаты, топоры. Почти месяц копали траншеи в поле. И вы знаете, а у нас чернозем. Он тяжелый, его тяжело. Дождик прошел, там ноги вообще не вытащишь. А в чем мы поехали-то? Мы, кто в чунях, кто в лаптях, кто вот в таких легких вот таких вот жакетиках, кто в чем? Деревня, деревня, там ничего не было, ни денег, ни товаров. Более подробно о судьбе Матрёны Филипповны мы расскажем в одном из ближайших выпусков программы «Городские вести».